Не знаю, на мой взгляд, по-моему, правда, над этим бьются, пытаются ее как-то понять и найти, национальную идею, да? Вот мне кажется, она пока не определена. Если говорить про меня, то мне кажется, национальная идея – это все просто. Людям должно быть комфортно. Вот национальная идея должна быть такая, чтобы тебе в твоей стране жилось и не хотелось никуда уезжать. Это расплывчато, я понимаю, но я не тот человек, который может ее определить. Да, национальную идею, ее многие определяют, но никто не может определить. Вот с моей точки зрения, тебе должно здесь быть хорошо. Люди должны перестать отправлять детей учиться за границу. И как вот это случится, и должны, например, перестать хотеть туда уехать работать. Вот что касается меня, я никогда не хотел там работать, никогда не хотел уехать. Меня что-то связывает с моей страной, как не пафосно, наверное, это кажется.